ООН направляет помощь 10 тысячам сирийских беженцев. Как сообщает CoinDesk, проект ООН мировой продовольственной программы был разработан для распределения помощи между тысячами сирийских беженцев. Они получили криптовалютные ваучеры, которые могут быть использованы в продовольственных маркетах, участвующих в программе. Программа была реализована компанией Parity Technologies, стартапом Гевина Вуда, соучредителя Эфириума, а также блокчейн-компанией Datarella. В будущем ООН планирует расширить масштаб проекта, оказав помощь 500 тысячам получателям из 80 стран, участвующих в программе ООН.